Всем привет! И сегодня мы разберем 20 фильмов о научных экспедициях. Поехали! Архипелаг. Вы знаете, какого размера земной шар под вашими ногами? Если нет, то интернет выдаст нужную информацию сразу. Но на рубеже 19 и 20 веков за этими цифрами пришлось топать на Шпицберген, чтобы получить реальные данные о размерах и форме Земли. В арктическое путешествие отправились российско-шведская экспедиция. Молодой астроном Александр Васильев возглавил команду бесстрашных ученых, которые ради любви к науке пустились в долгий драматический поход, оставив дома родных и близких. Амундсен. Норвежский фильм про научные экспедиции Руаля Амундсена и неоднозначную личность прославленного первопроходца. Еще мальчишкой он поставил цель стать великим путешественником и побывать там, куда никому не удавалось добраться. С юности сын богатых родителей готовился к суровым условиям севера, вырабатывая в себе выносливость и неприхотливость. Драма о первооткрывателе Южного полюса осветит важные события из жизни Руаля, расскажет о подготовке к дальним походам, а также покажет сложный характер норвежца, оттолкнувший от мужчины многих людей. Аэронавты. Женщина-пилот Эмилия Рен и ученый Джеймс Глейшер впервые поднимаются в неисследованные верхние слои атмосферы. Молодая вдова, потерявшая мужа во время экспедиции на воздушном шаре, тяжело переживает эту утрату. Ее спутник-метеоролог рвется побить рекорды высоты полета на воздушном шаре в 7 километров, чтобы делать новые научные наблюдения, изучать механизмы движения воздуха, осадков и облаков. Вдвоем бесстрашная пара взмоет вверх, где герои фильма с невероятными пейзажами ждут бесценные для метеорологии открытия. Затерянный город Z. Художественный фильм про пропавшую экспедицию и приключения понравится любителям экранизаций реальных исторических событий. Ведь воплощение на экране историка-полковника Перси Фоссета, посвятившего жизнь исследованию южноамериканских джунглей, восхищает и завораживает. Сюжет расскажет об экспедиции 1925 года, ставшей последней для военного топографа. Британец собирался отыскать некий затерянный город на территории штата Мату-Гросса. Однако из этого похода ни он, ни его команда так и не вернулись. «Одиссея». Один из самых впечатляющих проектов французского кино последних лет. Фильм про жизнь экспедиции Жака Ивана Куста, основанный на реальных событиях. Приключенческая драма с грандиозными подводными сценами, снята в жанре классической биографии. Мечтатель, изобретатель, путешественник, капитан Куста был человеком, имевшим немало слабостей и недостатков. Авторы фильма решили показать и обратную сторону сложной натуры выдающегося океанолога. Вот такой вот топ фильмов о научных экспедициях у нас сегодня был, а с вами был Кинолист. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, заглядывайте на наш канал, у нас много интересного из мира кино. Всем пока!